как это утюжил. Кушать. А? Отец уже встанет, уже покушает. Кабачки. Ну вот, вот так. Тарелочку, там еще пойдешь. Кабачки, я хоть и не любитель кабачков, но буду кушать. Будем кушать. Так. Да? Да. Так. Чё? Перебилку. Я ложку возьму. Растительного подолю. И будет все окей. Так, достань масло. Сейчас. Еще майонезика. Кого? Еще майонезика. Майонез вот стоит, Игорь. А, майонез вон он стоит. Да. Все, понял. Это соус можно, надо не доедать. Понял. Красота. Жрать. Это ложка у тебя. Маленько нам с тобой это. Что, тебе прискануть? Да я хотела этого майонеза. А. Так, сейчас подожди я. Маленько. Маслица. Маслица полью. Хлебушек там. А где мне масло? Ты масло взял? Я взял. Да. Так, хлебушек. Так. Кушаем. Кушаем. Никого не слушаем. Короче, не хватает тоже и суса. Сейчас Галя делает через время. Вот что не хватает. Мало. И сейчас там Вика. Ну, перемещаю. И бутылки. Пробуем кабакин. Самый что ни на есть классический кабачок. Ложечку дайте мне. Правильно. У меня только вилочка. Я уже посуду опять помыла. Ай-яй. О, не будет тогда сейчас кровать, да? От того. О. А туда маленько будет оттуда сойтись. Сахара платила. Кушайте. Давайте. А ты, Галя, попробуй. Они еще подстоят. А ты ее? Кабачочки. Совсем молоденькие кабачочки. Вот такие маленькие, малюсенькие. Сейчас я покажу еще, я сорвала. Завтра я... А на вкус знаешь, как они походят? Они как... Огурец. У меня здесь вот один темный, а те, которые вот я напекала, они те одного этого. Вкусно. Это я. Сейчас я покажу. Там это. Садись кушать. Я вот такие вот напала. А ты покажи. Потому что таких много. Я положу. А? Да. Я завтра... Вот такие. Да, я завтра их делаю по-другому. Ага. Я завтра сварю соточек с гречкой. Легкий такой. И еще по-другому сделаю. Кабачочки. Посади. Так, дай мне этот. Да. Дай тебе эту. Сегодня у нас... Я как ровсяганку собирал, пролетел низко самолет грузопассажирский. Так те, которые летают. Я удивился, что случилось. Да, не у нас он, нет, он видно траекторию поменял. Ну,
Где-то на северном Красноярского края, на северной стороне упал это. Гидросамолет в это время. Потом по новостям, наверное, покажут. Наверное. Да нет. А гидросамолет, я так понимаю, который с воды поднимает. Ну, потому что пожары. Нет. Нет этого. Просто путь сменил. Да, вон, низко, низко. Дай ко мне вот эти вот. Сейчас потереть встанет он. Хотя за обе щуки было. Взлетная полоса для нас далеко находится. И слышно в основном только зимой, как прогревают двигатели. Да. Нас не мучают они. Не летают. Ну как далеко? 12 километров по прямой. А картошка сладкий. А сейчас тут не стало. Вкусненько. Там картошки свежая мама стала. Наверное, надо еще покупать. У нас может быть созрело. Что созрело? Это скороспелка красная может. У нас еще рано. У нас в конце августа только прокапывает. У нас не скороспелка. У нас не 40-дневка, но только, наверное, прописка. Красная. Она недавно только открыла, Игорь. Ну да. Это специально 40-дневку ставишь на продажу, да. Тебе. Ну кто у нас, знаете, она варилась-варилась. Она не рассыпчатая. Вот эти кабачочки вкусные. Тоже неплохие. Ну, мы уж не любители такие, не фанаты, ни кабачков, ни баклажан. Баклажаны. Ну, раз в году можно покушать. Я на в основном, я могу приготовить их, баклажаны. Буду, конечно, готовить, но... А так, чтобы на зиму. Кабачки тоже не такие. Да я думаю, многие не любители кабачков, баклажанов готовят, да. Поскольку постольку готовят. А. На любителя. Вот, допустим, мы любители лука репчатого. Чесночок. Да, лук репчатый, картошка. Да. Репчатый картошка, лук. Его обжариваем. Укропчик сухой. Да. Его или салом жарим, или так просто жарим, с яйцами можно, ну, по-всякому. А кто-то не любит, не может терпеть, ну. У нас лук хорошо идет, чеснок хорошо идет. Капуста тоже мне сильно не фанаты капуста. А цветную капусту я люблю. Не фанаты свеклы? Да, не фанаты свеклы, кстати. У меня там я Маринка посеяла, такая вот уже, я вот такую выдерну. Я ее прорежу. Ну, в общем, прорежу. Вот смотрите, в основном... Я вот... ее на... Игорь, да, я так говорю, я вот такую вот вырву, а вот такую оставлю наоборот. Потому что я ее отварю, почищу и морозилочку вот такую. А та, которая это, нам хватит. Смотрите, в основном... Лук применяется во всех блюдах. Репчатый лук во всех блюдах. Ой, вкусно. Морковка
Вот именно морковка, она тоже везде, практически везде, на обжарке, пережарке, добавке везде применяется, там вместе с луком. Я думаю, и картофель. Это самые ходовые продукты. Второй хлеб. Да? Это самые ходовые все-таки продукты. В отличие от кабачков, тыкв. Нет, это вот так. Тыква, да, тоже не понадобится. У нас там два кустика это. У меня была такая вот тыковка. Дай бог выросла бы штук 5. Я бы приготовила туда. Они там, наверное, в картошке растут. В картошке вот тут наподобие цукини, вот этот вот темненький кабачок. А там дальше. Там 2 или 3 всего лишь растут. Там тоже кабачки. Вот такие темноватые. Ну, в общем, что растет у нас, то и растет. Да. Тем богаче, тем я завтра вырву. Я делаю салат. Здесь у меня салат этот есть. Не жалко, там еще этот салат, надо будет его резать. У меня еще огурцы есть и помидоры. Я вот оттуда выдеру редиску, завтра делаю салат. Потому что он перерастает, он уже не это. Жалко выкидывать. Делаю еще салатик такой. Так что не буду догадывать, доживем до его. Супчик надо. Доживем, а куда денемся? Конечно, доживем, куда денемся. Салатик, кабачки и супчик будет. Кеша отцовского супа наел. Да. Целую чашку съел. А он еще ничего ел. Он ел эти оладушки. Салат. Я говорю, у тебя там суп еще остался. Суп себе разогрел. У него еще 2 роллы остались. И, по-моему, кусок этого. Чего? Это там. Фу, жарко, я потею. Сижу, потею. Сейчас сыночка снимет свои шорты, снимет свою футболку, снимет свои, не снимет свои трусы и побежит размакивать это. Я наелся, мне что-то жарко, так душно. Вот погода это заколебала, действительно. Ну, надоело уже эта жара, и мучает нас каждый день. Изнываем от жары. Надо это делать. Ты, будьте так любезны, берите эту вишню. Так я уже обобрал, там осталось совсем, не знаю, сколько. Вот там. И совсем. Да я упаду там с этой вишней, вместе вишню там. Вот ее надо доделать и все, чтобы... У меня на вишню это, аллергия, аллергические реакции. У меня рука тянется сразу на сбор вишни, вот так вот начинает трясти, короче, большие. Эти аж руки немеют вот так вот, только я к ягодке прикасаюсь. Ну ладно, что, покушали, приготовили, отец встанет. А мне чем-то напоминает, знаешь, огурцы. Я как-то делала, огурцы напоминают. Когда еще начали снимать, я делала салат на этом горчичном, горчичный порошок сухой. Пол-литровую баночку. А здесь же горчица. Да, я их засыпала, они у меня стояли. И вот. Ну потом их стерилизовать надо. И вот они напоминают. Вот эти. У тебя вон она горчица, вон эти кусочки. Кого? Конечно, напоминают. Знаете, вот они молодые, что напоминают? Они напоминают огурцы. Да. Без я всех этих специй. Люблю вот и жарить, и это в основном молоденькие. Вот жарю или с яйцами или там чем. Во-первых, они кушатся у них, шкурочка нормально. А эти уже они там. Потом надо будет рубить. Топором их рубить. Когда я вот такой кабачок рубил. Ножичком так тяжелым ставишь вот такую махину. Это из разряда гигантских, если продинамить, они вырастут, вымахают пол стола. Василий сегодня станет половину смякать там еще. Ну, он любит, он сейчас поспит. Отдохнет. Чего ты смеешься? Задание, да. Задание придет и... Болячки.
Болячки, чай не молодой. Ой, как я наелась. Мяса не надо. А завтра будет... И мясо жарко, жарко, все, пошел. Завтра будет супчик. Пошел я, жарко. Такая. Ладно, с вами были мы. Всем вкусняшек, вкусняшек, отличного настроения. Да, день этот заканчиваю. Это приятного. Да? Это? Попить водички и все. Угу. Жарко, сейчас скину все. Вот так водичка. Ой, ну ногу отсидел еще. Что ты делал? Да ногу отсидел. Сейчас разойдется ножка. Бывает так, когда работаешь, знаете, многие, кто в ночную смену работает, ночью приезжает какая-нибудь шушера с проверкой, или начальник, шеф какой-нибудь, там, директор приезжает. У тебя что, ногу сводит, что ли? А бывает это, закимаришь или что, например, спишь. Вставать, а ноги не идут. Угу. Ноги ватные. И ноги ватные не идут. Ползком ползешь, двери открываешь. Начальник смотришь, все углы уже позассал, долбится, орёт. Чё ночью приехал? Угу. Это я помню из этого. С проверки? С проверкой, да. Отметиться. Угу. Самое плохое, когда ногу отлежит. И все, и не встать. Ой, тоненькая. А хотя и переживать не стоит, с такой зарплатой писами прыгают, скочут. Честь отдают. А кто? Платить не хотят. Далее платить жрать. Галина Павловна, кушайте на здоровье. О, вот. Ой. Это Марина Павловна. Ой. Да, есть надо полконцовщики. Вкусненько. Ладно, с вами были мы. Всем пока-пока, Галина Павловна, пока-пока. Вкусняшек, вкусняшек и отличного настроения. Мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до скорых встреч, вы от нас фиг отвяжетесь. Да. Не отвяжетесь, не дождетесь. Не переживайте. Да, мы будем стараться, чтобы вы от нас не отвязались. Все, с вами были мы, всем пока-пока, ставим лайки, подписываемся на канале, вставляем комментарии, делимся жизненным опытом. Попробуйте сделать кабачки, кабачки обжаренные, кабачки не обжаренные, жареные, живые, в собственном соку, вот эти зеленые. Даже есть у меня супчик, соки. Рецепт, там кабачки и баклажаны. Да? Все, ставим лайки. Я не знаю, если я его сварю, то он его есть будет. То его есть будет? Баклажаны с кабачками? А, ну да. Да. Ой, господи, да. Боже мой. Прости мою душу грешную. Ладно, с вами были мы. Всем пока-пока. Пока-пока, Галина Павловна.